Всех приветствую на моем канале. Мы сегодня поиграем в State of Decay 2. Сегодня необычный стрим, у нас кооператив с другим каналом. Вы все его прекрасно знаете. Один из, наверное, лучших выживальщиков на Ютубе русскоязычном — это The Baxter Games. Он играет на самой, всегда на самой последней сложности и всегда по трешаку. И он там использует еще моды для того, чтобы усложнить себе игру. Но моды я не сильно мне оказались сложными, потому что в них много багов и глюков, которые, в принципе, делают игру нам, наоборот, легче как-то и немножко дисбалансней, что ли. Из-за этого мне они не очень понравились. Ну, сейчас Андрюха вроде играет без модов, и у него сейчас идет стрим, Рафис Шафиков. Стрим, в смысле, Рафис Шафиков пишет: «Привет, привет, Рафис». Напоминаю, что у меня еще есть канал на Тро, он также идет трансляция сейчас на нем. Так вот, сегодня у нас совместный стрим с еще одним выживальщиком. Все вы, ну, я повторюсь, прекрасно знаете, это The Baxter Games. Андрюха тоже тезка мой. Сейчас мы будем играть у него в гостях, поэтому его мир и его правила, как говорится. Ну, там сейчас решим, как он там, что мы там будем делать. Вот, ну, естественно, выживать, бить зомби, сердца, наверное, добывать ресурсы, потому что у него там подиздержалось немножко сообщество, ну, в свете последних событий, которые мы там... Так что сейчас, на данный момент, мы объединимся, я возьму свое сообщество из пути наследия, и мы пойдем, наверное, лупить всех. Так, на Ютубе непонятно, что-то пишет. Нет соединения. А, все, вижу, все идет вроде нормально. Нет ли тупняков на Ютубе? Надеюсь, нет. Я сегодня немножко поменял параметр трансляции, потому что мне не устроило, что на Трово у меня немножко... как-то неплавно идет изображение. Меня это бесит дико, потому что на Ютубе изображение идет плавно. Соответственно, настройки надо как-то было поменять. Вот я поменял один из вариантов. Сейчас использую, следующий вариант использую, наверное. Посмотрю, как оно получилось. Если все хорошо, то так и оставлю. Если нет, значит, использую следующий вариант, который, в принципе, на Ютубе я нашел. Ну, и думаю, в остальном все должно быть хорошо. Надеюсь, на Трово, кто смотрит, там тоже у меня нормально все с трансляцией. Все слышно, все видно, ничего не тормозит. Ну, пока еще непонятно, потому что движухи не начались. Вот как движуха начнется, пожалуйста, напишите в чат, все ли плавно идет, картинка. Ну, как бы, вы же смотрите, поэтому все ли нормально для вас, как для зрителей на экране. Поэтому мне самое главное, чтобы было, чтобы именно все вы видели, все, что происходило без тормозов и подергиваний. Все, перехожу к Андрюхе в Дискорд. Приветствую всех его и зрителей, и начинаем с ним выживать. Здорово всем. Здорово. Это я. Подождите, я не слышу. У меня бойня идет. Небольшая. Все, готов. Так, а кто это сидит? Второй это у нас. Юра. Юра, здорово. У тебя там этот, кстати. В Дискорде двоится звук. Ты ловишь кого-то. Нет, не у тебя, а у Юры. Юра ловит твой звук. Может, трансляцию твою смотрит, не знаю. А, ну, может быть. Юра. Убери звук. Так, Юра у нас без микрофона, скорее всего. Не, ну микрофон у него работает. Он пишет, я без микро. Может, а на чем ты? На ноуте, если то, наверное, может, и микроноут. Ноута что-то хватало сейчас. Я такой слышу, я слышу, да, задвоение пошло, потом смотрю на Дискорде, а у него активный микрофон. Ну, что-то все-таки это подрубает. Так, ладно, еще одну материалу беру. Так, у меня сессия открыта, в принципе, это должна быть, сейчас проверю. Настройки, сетевая игра, нет, не включена. Включил. У меня отсоединен микро. Да? Ну, это у нас у кого-то было такое. Кто-то... А, Данил с нами играл в коопе. Тоже у него раз, говорит, у меня... Ну, я смотрю, и ловит, короче, звуки. Я не знаю, с чем, да, это связано. Мне второй раз игра выдает ошибка. Не удалось проверить разрешение учетной записи. Проверьте подключение к сети, попробуйте еще раз. Ну, это тебе надо перезапуститься, наверное. Ну, в смысле, игру в главное меню выйти и опять зайти в компанию. Так у меня такая ошибка была только что. Я ее прям совсем... через диспетчер задачи, потому что она зависла при этом. Сейчас еще раз попробуем. Так,
Так, Шантос, приветствую тебя в чате на Трово. Слушай, Шантос, напиши, пожалуйста, а сейчас вот я бегал, персонажа не подтравит картинка на Трово? Юра пишет, если добро получит на игру с микро, то еще и запустится. Так, еще раз, запускаем State of Decay. Да, мне пишет, ты запустил ее. А я с Лехой списался, помнишь же, Леха с нами играл, Квантик? Ну да. Он же сейчас работает так, что у него по ночам там, короче, работа, ну, суточная. Поменял работу в школе на работу там на заводе. Угу. Вот, и он не попадает никак в эти вечерние стримы там и так далее. Я же ему говорю, я там наследие прохожу, мы с тобой его начинали, типа, давай завершим. Он такой, да, давай попробуем, что. Вот он завтра не на смене, говорит. Так, Адман 095 приглашает вас присоединиться к игре. Это кто? Это не я. Ты кто-то из этой, что ли? Да, вроде бы такого нету ника в друзьях. Может, так рандомно кто-нибудь спросит. Да. Ты должна, да, ник мой знать. Ну, хотя на ютубе могли в этот зайти, в Steam посмотреть, как ник пишется, пригласить. Это. Ну. Так что, ты уже все? Так, я зашел, сейчас еще раз буду пробовать. Пока кнопка, если Shift-Tab нажать, неактивно присоединиться к твоей игре. Я, кстати, на Келенку, как Келенку, а это как база называется, которую ты говорил. Да, Келенку, а переехал же на нее. Что за Келенку? Келенку, а помнишь, мы играли, когда у меня база, ты сказал? Прикольная Келенку. А, Каленку. Каленку, блин. Келенку, а это. На Мегервелле, которая. Ну, нормально, блин, такая. Смотри, где-то ошибка, все, не могу я играть с вами по учетке, по этой. Не удалось проверить разрешение учетной записи. Блин, если только комп перезагрузить, прям попробовать. Ни хрень, блин. Погоди-ка, сейчас. Да, не могу присоединиться. Подожди, а у меня вообще сетевая же. Не, мне сетевая должна быть включена. А, ну я тебя и не вижу почему-то. У меня есть какой-то админ 095. Игоревич. Я начинаю вот это, настройки, сетевая игра, ползунок этот переключаю, и он меня вроде как начинает ее переключать и буксует на этом, ну, останавливается. Так, сейчас прерываю трансляцию, перезапускаюсь. А что, зачем прерывать? А, в смысле, просто нет, она идет? Комп перезагружу, сейчас она минуту. Ну да, буквально. Давай, давай. Я пока микрофон там отключил в Дискорде, что-нибудь вам расскажу. Так, Шантес, ты вот зашел на Трово. Вроде сидишь, смотришь. Скажи, картинка не лагает? Я просто на телефоне, там нифига не понятно. Я имею в виду, плавненько ли идет. Вот персонаж бежит. На Ютубе я знаю, что оно плавно. Есть ли какой-то косяк с этим? С картинкой на Трово. Ну что, в прошлый раз был косяк. Все как-то неплавно происходило. Блин, добавили тут хотя бы возможность разрешения менять. Ну, не разрешение, а герцовку. Так, ну я, наверное, вот так и пойду к Андрюхе в гости. Вот с таким набором. Мне, в принципе, мне надо еды бы наделать, да? У меня химикаты-то есть вообще? Еды, говорю, блин. Энергосов. Химикатов у меня один. Зашибись, я запасливый. Раз, раз. Да, 2-2, я слышно. 3-3, а чё молчите тогда, всем привет. Не, я микрофон отключил, думал там со зрителями общался пока. Понятно. Здорово. Привет, привет всем.
Что там, Андрюх, у тебя вообще жопа с компом, что ли? Да ну нет, не совсем. Ты же его вроде сделал там. Я почистил про этого, продул, протер, пасту заменил. Ну, чисто косметически его от пыли. Его, походу, надо чистить, но я в себя сегодня лазил. Я... Ну так, я постольку, поскольку, конечно. Я просто начал залез в эти крытые папки, блять, а там столько папок с удаленными играми, блять, которых у меня уже давно нету, блядь. Файлы все висят, он их там подключает, ищет что-то, блядь. Короче, блядь, до хера нахер. Тоже сегодня почистил немножко. В меру своих возможностей, блядь. Да. Мне кажется, чистить ты же это... Много чего устанавливал, удалял. Ну да, много чего. Ну, скорее всего, только из-за этого. Сейчас еще трава отвалилась, твою мать. Так. Андрю, вообще, ну, какие-то происходят такие интересные. Который Дельграунд, у тебя на трово ссылка, где твоя? Как где? В описании под видео, в чате, видео, везде. YouTube, только... На Ютубе, нет, я просто еще пока не заходил. На Ютубе она прям в чате закрепленная, еще и под видео. Там я еще дополнил. Подожди, сейчас найду еще тебя сразу. Сидел, играл, по-моему, когда? Позавчера я сидел, играл. Блин, 8 человек сидело, говорю, зайдите на трово, поддержите. Так никто не зашел. Не, кто-то на Борода Алексеевич зашел только там, но он зашел до этого еще. Он видел, что я и там раз зашел, так, думаю, блин. Так там, блин, пипец, там просмотров, блин, за сотку, а на трово никто не заходит. Ну, понятно. Ну, это надо раскручивать все заново. Ну. А, вот хулиган, да, я написал 858. Так. Тут без палева не зайдешь. Ну, да. Да, там другого. На трово, ну, хорошо, что это пишет прям сразу. А там можно отключить. Да, можно отключить. Так. Можно отключить это оповещение, да. Но можно и включить. Лучше поначалу включать, это потом, когда канал большой, чтобы вот это не спамилось в чате, там можно отключать. Хотя вот так вот бот приветствует там сразу, если бота настроить. Не, я просто... Часто будет двоиться у меня звук, что я считаю в Дискорде. Сейчас, если что, YouTube, что трово включу, у вас же задержка идет. Я сейчас буду по два слышать, блядь. Так а ты их звук убери. А, так я сейчас к вам зайду. Андрюха запустился, не? Почти. Не знаю, что. У меня тут еще трава, всякая хиня поотвалилась. Скорее всего, что-то забито, Андрюх, нагружает систему. Насколько я знаю, я там не профессионал в этом, честно тебе скажу, просто мне многие рассказывали, говорят. Короче, загружаются вот эти сохранения, остаются от игр, блядь, там еще какие-то там всякая хрень. И оперативку, они живут в основном. Как мне удалось говорить. Проверить разрешение учетной записи. Проверьте подключение к сети, попробуйте еще раз. Тим? Какое нахрен подключение ты, к сети, если попробуй, я через интернет стрим? Я понимаю, ты попробуй зайди в этот, блин, как в Microsoft в этот долбанный. Microsoft, да, у меня тоже ты такая... через Steam сейчас... В Xbox Live этот зайди, потому что бывает... из Steam можно, в принципе, выйти и зайти из учетки. И иногда такое за нее бывает. То есть полностью сегодня... выход и заход. У меня сегодня полдня. И мне этот... Якобы нету сети. Мне полдня мозг ебал, потом взял и подключился. Но подключился тогда, когда я открыл его именно через интернет. Ну, то есть через браузер. Не чисто Steam открыл окно, а именно зашел, грубо говоря, на Яндекс, забил Steam, открыл, вошел в свою учетную запись, и он у меня заработал. А вот до этого он мозг не фолил. Почему, не знаю. Все, мне кажется, проблема решена. Да, действительно, у меня вылетело из аккаунта. Вот. Сетевая игра и... Теперь я тебя вижу, да. Все, есть, друзей. Появилось. Отлично. Ты просто кидай тогда приглас. Так, продолжить игру сейчас. Почему? Где они... Андрюх, а ты видел, обнова будет 30-е? Ролик я Андрюхе скинул. Там я еще не смотрел. Но... Нет, там на английском все, ну так вот посмотреть, там, короче, добавляют. Усложняет, короче, в очередной раз. Это ж хорошо. Мы же любим сложности. Там теперь, насколько я понял, вот эти скопления, у них будут уровни. А, ну это уже все слышно. Первый, второй, третий.
и все тому подобное. То есть теперь могут скопления прийти на твой ванпост и твой... Ну, типа отжать, то есть он будет твоим, но он не будет приносить тебе ресурсы. То есть его дефать надо, нифига, прикол какой. Ну, не дефать, ну, позайти, выбить их оттуда, наверное, так? Ну да. Так, сейчас, подожди, я сейчас попробую скинуть ссылку, кстати. Типа скопление, но на этом. Да. На аванпосту. Ну, типа раньше же как, аванпост, типа его радиус не позволяет зомби там ютиться, то есть там их никогда нет. О! Такой зеленый тип за меня. Ты где вообще? А он внизу? Я внизу, там по склону зомбачки тусят. Я... У меня как начали ремки кончаться с бензом, я как давай там лутаться, весь стрим лутался, слушай, ну... Зато в пару передряг встрял, короче, даже интереснее было, поехали, чем сердце обить. На базу надо это, отвезти, у меня куча материалов с собой. Давай. А, у тебя первая база, что ли? У меня первая база, у меня... Метка стоит на ней. Я знаю, поставил. Непрокачанные перцы, то есть, ну, все удовольствие от жизни. Ну, потом направо и опять налево, здесь направо. Так. Дрюх, Underground, я тебе скинул ссылочку на это. Посмотришь. Дискорд? Да, в диск. Ага. Когда выйдет, ничего там не было в релизе? Нет, я пытался сегодня лазил, смотрел, никто ничего пока не выкладывает. По поводу релиза когда? Ну, скорее всего, в конце месяца они обычно выкладывают. Сейчас, ну да. Не сегодня, завтра, может, выложат. Отлично. Когда давно выходит, да, там прям зрители заходят посмотреть, что тут. Ну да, интересно. А вот, кстати, вот был ролик, короче, по калибру играли же просто. Что-то как-то машина у тебя телепается. То ли такое зависание с этим сервером. Она как-то едет туда, ну, не по дороге как будто. Так, мы тут лутаемся или что? Или забираем машину? Так, ну машину однозначно. Хороша машинка, я люблю такую малолитражку. Бензин в этом у меня в багажнике, а я пошел мешок еще найду с материалами. Да, я понял, что заправил. Так вот, прикинь, просто играли. Я даже забыл написать, что ну обновление в калибре там выше. Просто играем, типа я написал, играем как умеем, ну как обычно. Блин, захожу на следующий день, у меня 1000 просмотров, думаю, что за нахер. Я думал, ну, это может косяк в Ютубе там. Ну, понял, да, там? Нечаянно там накрутили меня. Нет, прикинь. А просмотр на этот? На Ютубе. На State of Decay или на Калибр? На Калибр. Я ж с это, с Костику пишу, говорю, слушай, ты, блядь, что творится? До вечера до 2200 дошло, короче. За сутки он обогнал ролик, который по стейту вышел год назад, когда смертелка появилась. Ну, это у тебя просто этот, ну... Попал, короче, да, в струю. В рекомендации он у тебя... Да, там не просто там стал. Лайки и подписчики там пришли какие-то там. Ну, понятно, человек, да. 7, но там. Обычно на этой волне доходит какой-то процент от просмотренных. Ну, прикольно. Ну, так же и на этом, наверное, идет. На новом обновлении стоит, а надо приурочить что-нибудь к нему. О, ешкин кот. Зомбаря бил, короче. И капот открылся, и зомбаря ударил. Кстати, замечали, что в стейте теперь можно... Вот в кооперативе играешь вот так вот. К хосту ты присоединился, и ты к себе на базу можешь мешки забрасывать. Так всегда так было? Нет. Ты ко мне присоединился, ты нашел мешок, и ты к себе на базу, не ко мне, а к себе на базу. Ну, на плечах с машины, если кидаешь, то к себе на базу попадет. Я вот недавно так узнал. Было. Я офигел. Не, ну ты-то это, в коопе меньше же играл. Ты в этом, тебе зачем это как бы, да? А мы искали возможность потом, это методом тыка получилось, тоже стояли, ну, и мешок раз ему себе кинул. А мы не могли понять, почему, ну, когда себе кидаешь, когда не себе. Да. Оказалось, что когда ты стоишь возле багажника, берешь мешок на спину и со спины его на Т, да, тогда кидается себе. А если с машины, то тебе. Ну, я вот не так давно только узнал совершенно случайным образом. Такой для меня вообще прям мир перевернулся. Нифига как можно. Нормально, это все можно делать.
Так, лут, который мы находим, тебе скидываем? Не, лут можете забирать. А то я тут ремку себе прикольно нашел. Давайте прекратим этот разброс мусора, надоело. Это, мы всегда так делали, что типа, ну, если собрал, то ну, себе, то себе закинул. Да, если что-то, конечно, нужно, не собрал. Себе забирайте, если прям не нужно, не нужно, можно же на базу из багажника ко мне закидывать. Да. Или он к тебе тоже падает. Нет, нет, с багажника все падает. Надо закидывать в эту херню, короче, на базе которой. Тогда только падает себе. Это. А, ну и через багажник на Т себе, да, закидывает. Xbox нужен тебе, нет? Не, там забери вещь тогда в твоей машине. Сейчас заберу. О, наконец-то я огород построил. У меня построил. Съели мою эту крутую персонаж, там один был у меня, с не с наследия, а с того прохождения. Блин, сожрали, капец. Джиггернаут, понял, ударил 3 раза меня. Ну, по земле, когда он бьет, он же бьет 1 раз, по сути, да? А потом просто тебя швыряет там. А он, понял, раз ударил по машине, я упал в котлован в этот. Я отбежал, он 2 раз меня ударил, и когда я упал, он подбегает и 3 раз сверху, ну, сверху руками вот этой вот фигней бьет. Короче, на тебя решил конкретно напасть. Да, просто мне даже написал один этот игрок, говорит, я такого вообще ни разу не видел, чтобы вот так вот мой джиггернаут поступал. Я говорю, да просто игра хотела меня убить, вот и все. Ну и все, вот так она померла, и я понял, химика себе нашел, вот тут же на следующий стрим. Так что это, не было счастья, да несчастье помогло. А мне как раз химик был нужен, потому что у меня энергосы вообще кончились. Вообще. Я не знал, где их искать. А учебников-то полно. А, я нашел бабу, у которой, типа, дочь ну, попала в плен. Я приехал, чуваков расколотил, она померла, и та решила присоединиться. Она была пустая, ну, делай с ней что хочешь, типа. 5-го навыка нет. Я же химию обучил. База вот так, ну, Киренкова прикольная, что посоветовал. Поехали. Сердце можно раз этого. Сейчас я это бензина накидаю его. Ты как его будешь бить? Руками или что, закидывать чем-то? Да, нас столько много теперь, что можно даже мизинцами. Не, ну кто-то хотя бы, чтобы с тяжелым, я могу с этим. Я могу тяжелое взять. У меня этот, как его? Салова когтя, он всеми же оружиями владеет. У меня сейчас... У непрокаченных... О, прокачался немножко. Стойкость фехтования. Давай, фехтование возьму тебе. Это. Что я хотел сказать. Сейчас поменяю это. Дробящее на это. Самое мощное у непрокаченных. Я пинками сердце запинул. А я видел на стриме это пинками-то. Пинками фигарю. Куда деваться? Так. Первая база. Так у тебя сколько? 3 человека пока, да? Да. Да и день выживания тут 2-й или 3-й какой-то такой. А. Еще все по лайту. Так, ну на одной, да, едем в машине? Или на двух? Да, можно на двух. Так. А, малолитражечка, она хороша. Ну да, но она, блин, хреново управляется. Ее носит как собаку. Да, вот этот седан мне больше это прям бесил. А ее же нет. Если ее улучшить, то она будет самая управляемая машина в игре. Ну, из тех, где можно вчетвером залезть. Самая управляемая, конечно, двухместная. Спортивная. А ТТшка ты имеешь в виду, которая? Mm-hmm. Вот она, блин, пипец, там просто на ней летаешь. Но она жрет, блин. Ну, там, если водителя брать с навыком водитель, тогда на ней можно хоть через всю карту лететь и бенз потаскать. Справа где-то. Угу, справа где-то. Бля, я слышу, как он дышит. Вот он бежит. И... А где-то башка, будь ты не ладен. Угу. Нас высадился, да? Так, джиггернаут там ходит. Блин, придет сейчас сюда по-любому. Оу. Только по сердцу дай. We'll be right back.
Смотрите потом, не забудь забрать. Дикарь здесь. Что за финале? Так, там толпа. Ты бей, продолжай бить, а я буду их прохода держать. Ногами бьешь там что? Не, пинок устал. Стамина кончилась. Так, сейчас кто-то прибежит. Дикарь где-то, да? Да, походу, дело. Да, он за дверью, блин. Надо было его дверью глушить. Хоть один, блин. Рубали, ты потом, Андрюха, не забудь эти все образцы собрать. Да-да-да. Тебе они нужнее собираю. Будут. Я собираю, если что. Так, еще дикарь. Где он? А блин, ты что ты делаешь? Что я его дверью оглушил? Люблю их так подлавливать. Ох, ну. Да, у меня подлагивание есть. Но это из-за сервака, нет, ничего страшного. У меня тоже, да, это из-за сервера, конечно. Ничего страшного. Без него никуда. Хватает как бы времени разобраться со всеми. Опять ногами лупит. Да что ж такое? Бомжатский способ. Контент сделать. Контент делает, ты чё? По яйцам сердце пинаю. Да-да-да, отпинать сердце ногами, блядь. У сердца яйца нашел и бьешь, да? У сердца яйца. Даже такое выражение. О, можно выйти на улицу посмотреть. Тут как раз спокойно стало. Вони этой сердце нету от чёмного сердца. Все, место под контролем. Слушай, и Джаггер куда-то исчез. Смачный чаек пьешь, мне же захотелось. Что, я не чаек пью. Да. Но все равно смачно. Захотелось именно чаек. Да я что-то... Сёрбнуть, скажи, да? Что-то у нас в последнее время ночи такие выдаются. Поэтому... Так... Так, что там, ну, все собрали, вся территория, да? Под одно было заточено, ну, под одним сердцем. Да, можно тут, если что, тебе надо лутаться, полутаемся. Теперь все это лутануться, ну, лутануться можно и в другой раз. Можно сейчас куда-нибудь дальше пойти, что-нибудь чистить. Так, у меня опять торговец редкими навыками появился. Так, ты ж смотри, чтобы чистить тебе надо ресурсы. Я тоже вот это чистил, а потом посмотрел, у меня ни патронов, ни хера не осталось. Пришлось идти лутаться. Ну, собственно, это... Нам сильно много ресурсов-то не надо, когда мы втроем. Да, мы, в принципе, его руками бьем, что. Я детальки понаразбирал там в этом. Как увидел, что у меня 15, понял, вот этих мусорных деталей. Блин, подлагивает, да. Немножко. Есть еще. Не так сильно. Ого, но... не, знаешь, стреляю в зомби, через долю секунды только голова отлетает. Ну, у меня Джиггернаут так же ходит там. О, Юля мне ретранслирует на трое. Юля, спасибо. А, вы тут лутаетесь, что не говорите. Я думаю, что они тут делают? Да я пошел посмотреть, что найду. О, как раз химикатов у меня не было, отличных. Ой, блин. Кто пошел нафиг, ты, гля, в лицо прям вышел мне. Я аж испугался. Он еще подлагивает. Нажимаю кнопку, он не реагирует. Так, Андрюха, а ты же забрал эти?
Образцы. Какие? Да. Образцы, да. Да, на, я тебе перекину. Ну, давай, я заберу. Так, а есть у кого-нибудь что-нибудь? Слушай, а редкими навыками... Торгую болты? С редкими навыками, это этот. Болты, как? Да. Болты скинул. Семена есть? Семена нету. Все, болты кинул тебе. Юля, привет. Жалко, что прям на месте нельзя разобрать. Кого? Дай кого-нибудь. Ножи там, ножи и прочее. Блин, ножи сейчас классно. Ножи сейчас разбираются за 8 этих деталек. Это круто. Сейчас, раньше, помнишь, они одну детальку, ну, фу. Да, одну стоили единицу, сейчас 8 единиц. Ну, то есть поправили они, получается. Да, да. Хорошо, что. А кроме аванпостов что-то еще добавят? Ой, я взаимодействие. Там это... Я мельком его проглядел, я на работе был. Андрюха мне двери сделал. Так что она вся дымится? Да, у меня в моем сообществе две ремки всего, так что я не богат на это дело. Не жалко. Я нашел только что в этом, и надо применять, думаю. Короче, мы с аванпостами, я так понял, стаи будут увеличиваться в этом плане тоже. Типа... Ну хотя бы да, что вот эти вот скопления, вот Андрюха, помнишь, что специально множил? Ну, разницы особо не заметил, он говорит, да? А хотя бы, чтобы какой-то, ну, вот ты реально не уничтожаешь, у тебя реально проблемы там начинаются какие-то. Вот чтобы это как-то, блин, на деле было видно. А так что, о, на скоплении куча, и чё, блин? По сути, да, ничего такого. От них был какой-то не то, кроме этого такого. Негативный. Да, последствия какие-то, что ты их не защищаешь. Негативный, кроме того, что у тебя моралька падает. А то получается одна моралька, ну и хрен с ним. Сергей там, Сергеев, привет, лайк, пожалуйста, всем удачи. Привет, Сергей, спасибо. Кинотеатр стоит, запустил там какой-то просмотр, вот тебе этот. Митсун, новый зритель, Митсун, привет. А, на это, на Трово? На Твиче. А, на Твиче? Нифига ты, блин. У меня и на Твиче на этот идет. Я как ты сказал мне эту программулину. Этот. А ты на Трово не делал еще? У меня на Трово сейчас идет и на этом, на Твиче. А, на Треш идет? Да. Нормально, не лагает? Двигается-то. О, Юля, скажи хоть ты там, ну всех спрашиваю. Плавность картинки на Трово нормально сейчас или нет? Или с подергиванием? Ну... Множественный ввод, как ты мне рекомендовал. Ну, да, да, это плагин бесплатный для OBS-ки. Без всяких рестримов. Там можно каждую трансляцию отдельно настроить, с отдельным битрейтом. Рестрим, кстати, я зашел в рестрим, и мне это выписали, балабас. Да, да. Сказали, идет война, до свидос. Да, мне то же самое, я сказал, идите нахер, не буду я там VPN всякие подключать. Буду, значит, через другое дело. И вот мне Андрюха, Серега за Resident Games посоветовал. Вот этот вот плагин. Ну прикольно, мне понравилось. Мне сразу такой, опа, нифига себе. Давай я заберу. А какой же ты цепучий, а? Ну прицепился ко мне, гад. А так даже трово, ну все что-то убежали на трово. Ну думаю, ладно. С таким-то плагином не грех попробовать. Ну да. Так, ты такой кост-то ввел. Вот я был ранее зарегистрирован. Там надо, чтобы после первого стрима прошло не более 5 дней. Ты же не стримил. И все, и ты можешь код ввести. Даже если ты уже раз застримил, но более 5 дней после первого стрима не прошло. Тогда плюшки можно получать за достижение второго уровня. Да, дверь открывается с такой задержкой интересной. Ну ничего. У тебя там образец валяется. Терпимо. Ну я скинул, который забирал. Так, что я сюда прибежал? Так, персонаж уже прям, наверное, хотел. Так, по идее, минус 3, плюс минус 2. Материал только в плюс идут. Все остальное как-то плохо пока что. Так, чё. Это что за неразобранное сердце там у тебя вверху? Ты видел? Да, я допинал его, и что-то у меня не было с собой, куда разложиться. Ага, и там пивовар у тебя, пиво варят прямо рядом с ним. Чё, мы куда сейчас? Починить. Сейчас посмотрим, карту откроем. Пивовары-самогонщики, счастливые негодяи, полный бак, торгуют с редкими навыками. Давай, наверное,
негодяев, а счастливым. Полный бак им зальем. Потом до сам пивоваров, не знаю, там, наверное, херня какая-нибудь будет. Ну, можно, все равно как бы. Пивовары сейчас там спасать будешь. Их можно дождаться, пока они, короче, вот начнут там, типа, ну, уже, типа, строить перегонный куб, и ты можешь дождаться, пока они там, типа, все-таки не помогать им, они скажут, блин, давай мы к тебе присоединимся, и там уже смотреть, что за типы, может, они тебе и подойдут по навыкам. Кошня, блин, ничего хорошего. Ко мне вся группа такая пришла, трое, офигенные типы, вообще там и навыки классные, и сами они по себе такие, ну, в бою прям мощные. Я даже забыл, что они алканавтами были. Дело, Андрюх, не в том, что алканавты, не алканавты. Какой, грубо говоря, у них будет... Рестаты какие у них реснутся? Офигенные рестаты были. Я прям когда принял всех троих, да, это, по-моему, даже на Трамбл-Вэлле было, когда мы проходили. Блин, они все прикольные. У них и прошлое нормальное, да, они там, ну, типа, они бросились пить, бухать. Нормальными стали, все. Не, они какую-то дезморовку все равно, по-моему, там вообще накидывают. Она мне до жопы, потому что у меня стояла игровая комната, и там... играли в игры и жрали в этот праздничный пир, там дуб был запредельный, нормально. Да, поэтому никто не ссорился, никто ни с кем не дрался, вообще по барабану на еды бафа было. Ну, типа, они ничего не с группы не жрали, там нормально. Тогда типа. Норм, тогда норм вообще. В плане боевого духа тоже нормально. Ну, я чисто по навыкам посмотрел, типа, один такой-то, другой такой-то, думаю, мне подходит. Так, чё, куда едем? Дальше лут... Нет, лутать как-то скучновато. Поехали, да, счастливый бак надо, мешок забрать. Что, Антон, списывает пивовары на этой же карте были, на Cascade Hill, что ли? А, я сейчас, наверное, не заберу бензин и мешок. Поехали, заправку какую-нибудь ограбим по дороге. Поехали. Сейчас смотрю шестой стрим этого твоего выживания. А, я понял тебя. Он говорит, Шанта, что на этой же карте вот это... Заправочка, вот, всё, нашел заправочку, метку поставил. А что там? Ох ты, нифига. Я разворачиваться научился. Бочка, блин. Прием бочкой. А потом, Андрюха, не понравится ты пивовар, избавишься от них. В чем проблема-то? Да, пристрелю, конечно, без проблем. Ну и все. Не, я принимал как бы, ну, даже если не понравились бы все равно. Ну, как не понравились, я же навыки видел, нужные навыки. Думаю, один там с пустым навыком, двое с нормальными. Ну, понятно, нет, все равно смотришь. А что, ну все, уже принял, я за них отвечал. И они, в принципе, не подкачали. Я, по-моему, даже их наследие оставил. Кого-то из них, или всех даже. Ого, что их много-то. Что за палач он такой? Сзади бьет, нет, не этим, не ножом убивает, а топором убивает. Вообще что-то мощное как-то. Джаст, так, здорово, резко. Андрей, фоном. Привет, Джаст. Спасибо. Кто еще народ на Трова не подписан, заходите, подписывайтесь. Там тоже идет трансляция параллельно с этой. На канал Андрюхи тоже заходите, его ссылка на его канал в описании под видео. Вообще, я смотрю, там ссылки конкретные, такой перечень у тебя. Ну, там перечень-то ниже, а, ну, на сегодняшний стрим прям под описанием. Так что вот так. Что тут? Ты гляди-ка, а? Нету мешка с топливом. Пошли искать дальше. Так, тачка, что у вас, да, заправить? Нету. Или ту заправить? А ту не надо, там у нее есть. Нормально. Бенз в загашнике. Давай я заправлю ее. Ага, я заправил. Да, я вижу. На кресле заправлю там. Так, есть еще поблизости бензоколонки. А, где-то найти аванпостик. Сейчас, а, уже здесь нету, нет, да? Не здесь где-то? Нет, где вот перекресток? Вот здесь. Нет, тут точно ее нету. Есть. Ну, погнали. Проезжаешь перекресток, и за перекрестком будет скест вверх налево. Езжай, там стоит этот на железке цистерна. А, ну это не заправка, да, понял. Да. Наверху, да, на горе. Там обычно же гернаут с какой-нибудь фигней тебя ждет. Ну нормально, чё. У нас персонажей много, проебем парочку, ничего страшного. Так, у меня фриз.
причем жесткий. Алло. Алло, алло, да, я слышу тебя прекрасно. Угу. У меня приз, у меня за этот стопор игры нахуй. Так, тут гнило идет снизу. Ух, нихера. Вот это меня переместило. Канистрочку я нашел, если что, справляться. А у всех будут по канистрочке. Мне мешок нужен. О, нашелся, все. А, что, мне это сдавать надо будет? Ну что ж ты такой снайпер-то, блядь? Рассинхрончик у себя. Ну чё, куда мы дальше? Так, счастливый негодяй, вернуться надо. Полный бак. Давай, ты к негодяям, а я чуть дальше персонажа поеду менять. Или там рядом аванпост, по-моему. Я понял. Я не очень удачно спрыгнул. Подожди, ты забыл, Андрюха, Юру. Где? Ты Юру забыл. Я Юру забыл? Да. Юра, я тебя, говорят, забыл. Бывает. Поехали. А еще мне перс спать захотел, вот что. У меня же то же самое, я же говорю, у меня персонаж подустал. Ой, там как-то внезапно. Так, надо перекур устроить и чайку заварить. Ну ты нас где-нибудь высади на перекуре на этом. Мы сейчас мы сейчас сделаем эту миссию. Персонажей заменим, и я на базе пока останусь на перекур. А можно, знаешь, где остаться? Вот в этом райончике залезешь наверх на крышу и сиди. А мы будем лутать тут все, обносить. Можно так сделать. Потому что мне кажется, до сюда мы не достанем. Или достанем, сейчас проверю. Ты имеешь в виду? Ну, по радио сюда. До базы достанем. Мы как-то здесь играли, не доставали кое-какие места. Ну, вроде достает пока. Так. Наш круг увеличили. Тут на станке можно две машины вместить, кстати. Шел я перца менять. Надо только вас дождаться, потому что Дай-ка. У вас появлюсь. Нет? Так, два ремки, две нашел. Да что вы там, зомби отвлекают? Вести торговлю. Учебник по медицине. Да не, нафиг он нужен. А вам продать прям нечего, а? Там тачка на парковке, да? О, Блэквим, да? Блэквим, если правильно прочитал. Спасибо за подписку. Так. Я вот думаю, кого сейчас взять. Сейчас я тебе покажу, Андрюк, самое безопасное место на твоей базе. Горка, да? Да-да-да, кто-нибудь тебя никто никогда не достанет. Да ладно, туда забегают зомби. Куда? На горку? Нет, да. Ни разу не забегали. Да? Даже Джаггер, вот, встаешь так вот, и все. Даже Джаггер туда стоит, как дурак орёт, а руками не бьет, когда на машине ты стоишь. Так, Шантыш. Шантыш спрашивает, подскажите, пожалуйста, хочу снова попробовать на самой сильной сложности поиграть. Возникает вопрос, как убивать сердца в одиночку, хотя я и умирал раньше, но очень интересно на будущее. Ну, у всех разные способы. Самый верный и быстрый, это, конечно же, тяжелым оружием, либо сжечь. Патронами его убивать бессмысленно, все потратишь и еще. Проще ногами запинать.
Ну, ногами ты будешь пинать, они же будут бежать, а удар тяжелым оружием в разы сильнее, чем ногой. Поэтому... Не, ну, если вот, лучше, например, лучше махать кувалдой, короче. Вот, а ручки вот сейчас у меня на данном этапе мало, я ее экономлю, я ее пинаю ногами. Тем более, что сейчас и это мало, ну, прибегают их еще пока на первых стадиях. Не так, чтобы их очень много. Не, оптимально закидывать чем-нибудь горючим. Горючки, да, хорошо идут. Опять же, горючка тоже, ну, я вот это все как делаю? Я это все чередую, то есть я бью сердце, допустим, с тяжелым оружием, как только он начинает дышать, я кидаю пару горючих, чтобы ему еще хуже стало. То есть он в момент дыхания, я так понимаю, он ослабевает все равно. Это тоже позволяет его быстрее забить. Опять же, у тебя проблема будет не с тем, что ты там долго его будешь бить или быстро, а с тем, что тебя будут атаковать постоянно. Я ну, вот последний один, раз уничтожал один. Сердце на 22-м дне, и три волны пришлось, или четыре отразить, в которой было там, штук шесть дикарей, прибежавших на сраное сердце в коровнике, где нигде не спрятаться, а только на своей машине, там, где у меня погиб персонаж. И два джаггернаута. Одного убил я, а другого, ну, не добил, он меня это, раздолбал. По сути, ну, тут, ну... Прикрытие нужно. Бери с собой персонажа любого из любого сообщества за влияние. Неси с собой. Пока они там на него отвлекаются, естественно, его можно не спасти. На, короче, на, когда у тебя будет уже там большой день выживания, там уже много дней пройдет, тогда ты вряд ли его спасешь, его сожрут. Но ты, по крайней мере, останешься живой. Но это как вариант. Можешь от двух взять, там, ну, не знаю, смысла нет двух взять. То есть одного берешь, они на него отвлекаются, ты в это время лупишь сердце. Там можно ловушки поставить, можно, ну, там, в виде мин, да, каких-нибудь. Или свистулек, или отвлекалок, там, по периметру раскидал, они все на эти факела побежали, ты возле... Сердце побил... Ну, сердце побил, выбежал эту толпу, сжег, которая там собралась возле, там, фейерверка какой-нибудь, и все. Не, я обычно, честно, как бы, да, не знаю, как у других, у меня, то есть, подкрадываешься заблаговременно, единственное, что только подкрадываться начинаешь. Подкрадываешься и там ищешь место, где ты можешь на ту же машину текстурную залезть. Понятно, ну, я же говорю, и ты залез, залез на машину, начинаешь закидывать, прибегает джаггернаут, все, машина уже тебя не спасает. Нет, там... если ты находишься именно в скрытности, подошел, то есть пригнувшись, то какой-то, ну, довольно-таки продолжительный период времени машина тебя спасает, даже когда они бегут. Понимаешь? Понятно. Ну, я же говорю, вот, я же про самое сложное объяснил, что в доме там или где-то ты можешь там, ну, встать и, ну, пасив, закидать. Доме, да. А коровник, который со всех сторон про это, ну, ты там нигде не встанешь. Там даже машин разбитых нет. Ну, и так далее. Вот это, ну, проблема. Самое... Коровник, да. Склад, коровник, да. Тентплей, Андрюха, привет. Извини, что я не прочитал. Да, привет, спасибо, что забежал. Так. Самая жесткая база, база сердца, которая вот мне... показалось как-то это. Ой, какая-то карта, там кукурузное поле, и рядом такое прям маленькая сараюшка, хозяйственная постройка. Причем она с трех сторон только закрыта, с другой сердце. Прям их столько туда набегало, я офигел. Я тебе говорю, вот это вот сердце в коровнике, я, ну, предполагал, что такое будет, но я не взял с собой ну, персонажей из других сообществ. Думаю, блин, пожалею их в этот раз, не буду брать. Ну, сам справлюсь, типа, херушки я там справился, блин, ну, бил, да, я вот забил его, все, ну, ценой одного персонажа хорошего. Вообще не планировал его потерять там. Нет, оптимальный, конечно. Причем перс был мощный, то есть у него была атака, я расшвыривал толпы дубинкой, и мощь для борьбы с дикарями, то есть дикаря просто в полях там уничтожал. Отбегу подальше, он там один, я ему ногами по харе и добил. Итак, ну, а если три там, ну, я, понятно, на машину, расстрелял их, слез, отлупил остальных, все, сжег. Ну, с тремя, да, с одним, как говорится, справиться без проблем. С тремя, там, с так, двумя, да. Я тоже вас оставлю на минутку. Да, я тут пока сейчас лутаюсь. Подойду. Да, я тоже к тебе тут прибежал, тут рядом толпа ходит, кстати. Я вижу, говоря. Да, можно... А, блин, вот здесь вот хост не достает, блин. Ну, здесь, да, Андрюхе, конечно, бы лучше сюда на крышу залезть, но он уже убежал. Надо толпу выбить. Потихоньку, полегоньку, по одному. Понял, спасибо, пишет Шантес. У меня была мысль... Так, тебя заметили. Так, я спалился, да? Тихо, закричал, да? Да, закричал. Не, вроде никто не услышал, это повезло. Хотя я... Получается, в приседе, как говорится, скакал.
какого хрена он встал, то его спалили. Я хрен его знает. У меня была мысль взять с собой двое спутников и вторым бить с тяжелым оружием, но меня пугали дикари, которых я видел на твоих стримах. Меня самого не напрягает. Ну, как бы, тут не, дело не в дикарях, а в том, что было бы куда от них спрятаться или убежать. Знаешь, когда их трое, ты уже, блин... Не, в одиночку можно с тремя справиться, если у тебя есть светошумовые гранаты, наверное, и хорошо, ну, скорострельное оружие. Лучше полуавтоматическое. То есть переключаешь на автомат и начинаешь свое черное дело. Прибежал дикарь, в башку ему сразу всадил. Он с нескольких выстрелов снимает ему... Там три выстрела, да, надо, чтобы снять защиту со лба. Нет, два выстрела со лба, и третий раз, третий или четвертый, всегда по-разному. У меня почему-то по-разному получалось. Пробитие разное. Пробитие разное. Вот, допустим, с арбалета дольше я с трех только снимаю башку, и с четвертого... С калаша. Второй выстрел снимает башку, третий не всегда убивает, либо третий, либо четвертый. У меня такое оружие всегда в дефиците, калаши. Поэтому я... Не, ну мне ПТУ не сглазить, как говорится. Не, они у меня есть, но патронов, как обычно, мало, и ты там, ну, с арбалетиком. На больших днях выживания лучше, блин, с бесшумным оружием. Я даже на сердца с арбалетом хожу, многозарядный день выторговал, и все. О, кстати, нападение на базу сейчас будет. Блин, и оно начнется, потому что Андрюха на базе, надо ехать, короче. Ну, погнали. Помочь его выжившим выжить. Так, блин. Я побежал. Да, я сейчас в машину и поехал. Дикари будут всегда всех пугать. В одиночку, конечно, сложнее. Да, тут бывает и вдвоем-втроем, если толпа набежала, да, и ты, ну, в какой-то ситуации не очень удобной. Поле там, грубо говоря, с тремя дикарями, я помню, меня на кошмарной зоне не настигли. Я ни хрена не смог сделать. Я бежал, они просто станут, и все. Но есть такой дробашек, сейчас вот он есть, по-моему, еще задание на него. Бесшумный, на 7 выстрелов. Он, во-первых, бесшумный, во-вторых, с дикарями очень хорошо бороться. То есть он сразу попадает в башку. Там, ну, с ближнего расстояния так, шанс, надеюсь, промахнуться он... вообще нет. Андрюх стоит посреди комнаты, короче. Спрятался, да. Угу. Давай возле него встанем, тогда, чтобы его не загрызли. Ну, я здесь возле. Его уже жрут, по-моему, да. Он у меня внизу стоял. Прикидываешь? Я забегаю. Я понял. Я тут постою, посторожу. Чё там у тебя? Да, я пришел. Нормально, я тут просто стою, да, чтобы не стоять. А, все, отбились. Да, отбились. Просто пока я на лестнице лупил, он зашел в ворота скотином. Нет, смотри, Шантес, ты не вздумай своих брать. Я имею в виду персонажей, дружественных сообществ, за влияние с собой бери. Посмотри, что у них за оружие. Желательно, чтобы у них там стрелковое какое-то хорошее было. И бери, они хотя бы отстреливаться будут. От нападения. А своих нет. И что, ты своих потеряешь. Да, они будут за тобой следовать, как бы, но они также будут приманкой для всех остальных, как и вот. То есть своих так жалко, блин. Качаешь, качаешь, пошел на дело и не уследил. Есть, конечно, ну как, если ты прям так быстро среагируешь, есть варик, там кто-то, ну, их снарядить по полной, да? Что это за звук? Блин, крикун. Да, трое, три пришло. Я тут чуть не съел, Андрюх. Ты так классно встал, что тебя прям вот подходи и ешь. Тут нападение на базу было. Тебя отбивали там. Снять на горку. Он встал. Покушали немножко, да. Немножко отщипнули, да, твоей плоти. Нормально, бинтик спас. Так вот, можно зарядить персонажей в теории, да, ну, а все равно это опасно. Я думал, уже все, он меня еще здесь на лестнице нашел. Так вот, снарядишь персонажа, Шантес, но только побольше вакцин, всякой штуки интересной, патронов там, чтобы ты мог во время боя с сердцем, видя, что персонаж плохо или его там загнали куда-то, переключиться на N на него и им сыграть. То есть ты можешь переключаться на всех твоих персонажей во время этого, ну, этой битвы, да, с сердцем и, ну... Грубо говоря, там их подлечивать, что-то с ними делать. Возможно, это тебе поможет. Но я так не пробовал. Мне
как-то опасно. Не знаю, для меня это опасно, ну, можешь, да, не успеть. Может, у тебя там проблемы, ты видишь, что того жрут, ты там, ну, грубо говоря, пытаешься переключиться, этого съедят. Ты не успеваешь просто физически. Там микроконтроль надо очень сильно развивать, чтобы, ну, там очень тяжело, поэтому микроконтроль я пробовал, блядь, это. Что за микроконтроль? Он бегает, понимаешь, его поймать еще надо. То есть пока ты бегаешь, пытаешься на него переключиться, тебя жрут, блядь. У тебя получается, что ты тупо не успеваешь. Что мы дальше? Куда? Торговца пойдем найдем. Посмотрим, что за редкие навыки. Редкие навыки — это вот эти всякие лохи-лихи налоги, рыбалочка там, ну и так далее. Но у него могут быть какие-то вещи еще. Помимо. Ну, влияние еще. Да, можно торгануть, сейчас я пойду что-нибудь ему продам. Можно, да. Я складываю. Что-то я ему продам. Свои ништяки. Я так по мелочи ему продам что-нибудь. Такие рюкзаки. Машины забиты уже. Ну, на себя что-нибудь возьмем. Шкафы всякие не нужны. Зачем не нужны? Нам не надо лопатки установить. А, мне два одинаковых пресса. Ну, продам. Есть, кстати, набор, Андрюха. Для легкой, средней, средней и тяжелой техники у меня. Я, в принципе, на своей базе все поулучшал уже. Тебе надо что-то из этого? Ну, среднюю вот эту можно улучшить. Она средняя, точно? Мне кажется, да. А глянь. Она там стоит. Давай, ну, я тебе скину. Седан средний, мне кажется. Не иначе. Давайте, вот скину, возьми в инвентарь, а я машину подгоню, ты подбежишь и улучшишь ее. Я там тебе возле ящика скинул. Блин, я на парковке, ладно. А, ну давай, сейчас я все равно машину перегонять надо. Вот. Седан оставь там. Какой? Седан оставь, а эту отгони. Какую улучшаем? Ту, которую, на которую я гоняю? Седан оставь. А, ты хочешь эту улучшить? Так это легкий набор. Давай обе улучшим. Вот и мест больше станет у малолитражки. Нет, где-то я не хочу маленькую улучшать. Малолитражки, по-моему, это... Уменьшится. Нет, вы что, это же это... У нее сейчас 5 мест, станет 6. И вот это говно сверху уберется. А вот у этой, по-моему, легкий. А, это Мирагра, это средняя, это да. Это средняя. У этой, да, багажник сверху. Тут, да, мест побольше стало, 7 аж. Литражку не будешь? А, у меня на нее, наверное, не будет, да, уже набора. У них одинаковый набор. Какой нужный, я сейчас все посмотрю. Средний, наверное. Средний, сейчас гляну. А малолитражку маленький нужен. Легкий? Легкий, да. Отгони, Андрюха, я ее подгоню, чтобы с багажника ты поперекидывал себе. Или кто накидывал? Юра, ты, наверное, накидывал? Ничего не кидал. Тут какие-то... А, это Андрюха ее снаряжал или что? Да, легкий скинул наверху, Андрюх. Сейчас. Нет, блин. То есть ты если сейчас улучшишь, пропадет все, что было. Тащи ее вниз сюда, в багажнику. Я ее через багажник на базу закину. Ну, давай так. Письма какие-то накидал. Ты ему письма будешь продавать? Письма. А, да-да-да, записочка. Ну, валяется лишняя записка. 3 копейки, ну, подтереться хватит. Андрюх, хочешь, я тебя научу все продавать? Никуда не бегая, бля. Андрюха. Давай, что говори. Ну вот, идешь к сообществу, нанимаешь с собой чела. А, ну да, я умею тогда. И торгуешь. Никуда не бегая. Всегда рядом с тобой. Люди так, ну все, в принципе, можем ехать. Так, а что с этими? Тут гранаты всякие. Ты их не будешь мне перекидывать? Пока не... Гранаты? Где, да не гранаты, где трубы, блин, ладно. Я их кинул потом, если что, скину тебе. Подожди. Из обрезка трубы, бомба из обрезка трубы. А, да, я их оставил. На эту сейчас на сердце где-нибудь пригодится закидать.
теперь эта тачка управляемая, блин, офигенная. Вот едешь как на лыжах. Бум-бум. А что, мы сюда? Быстренько. Проверю, что у этих по пути есть. Может, что обновилось. Да не, еще утро не настало. Чтоб обновилось. Влияние у них забрал, по крайней мере. This is quite a load I'm carrying. Так, здесь пусто. Торговец, нихера себе было там искать, да? Два места подряд будут. Может, под партией-то быстро найдется. Ну все, к торговцу. Давай. Раз пока поездим, может, и день останется. Сердца можно лупить. А сердца и ночью можно лупить. Кем-то, да. Ой, не ляг. Блин, чум. Ого, как лагануло сейчас. Паша направо пишет, привет, надо. Привет, Паш. На перекрестке налево. Что, тачка? Ментовская. Развалились двери. У меня бенз тут есть в багажнике. Надо будет? Да, она пустая. Но сейчас в багажнике посмотрю. Нет, в багажнике только медицина. Сейчас заправлю, приду. Вдруг если автопарк устроить здесь, да? Все, она готова. Веселуха. Паша пишет, готовили мы к ограничению без лимитов мобильных тарифов. Да у меня их и нет, этих без лимитов. Мне по барабану. У меня есть там лимит определенный, он его мне хватает. Тем более еще есть корпоративная симка, так что. Что, ремку не будете? Двери поставьте. У меня рюмки нет с собой. С собой у меня две штуки. Давай тогда. Это я ехал на машине, короче, но вот, на которой сейчас езжу. На позапрошлом, наверное, стриме такое было. И рассуждаю, еду. И, короче, джиггернаут бежит же посреди дороги, как это. Как всегда. Я ж такой влево майнул, думаю, ну сейчас объеду. И в канаву, понял, баха, там камни, короче, машина застряла, прибегает дикарь. У меня двери нету. Он меня берет такой, зашкварник вытаскивает, и давай меня лупасить там. Я еле убежал. Я на 20 секундах еле успел вылечиться, в коморку забежал. Меня там чуть не сожрали. А что-то я проехал, по-моему, поворот. Проехал. Да. Нашли там? Такие байкеры, ой, байкеры, говорю. Безумные Максы. На машинах делегация едет искать какого-то чувака. Нашел? Нет. Ага. Значит, следующее. А где следующее? Где-то рядышком. Здесь. А, в том домике? Нифига себе. Да, здесь он. Походу. Бегает это так. Либо так свет отражается. Нет, нет. Ёлки. Нет, здесь. Здесь? Перелом, да. Ух, блин. Сбил меня, Андрюха. У него только книги. Продадим ему что-нибудь. Да, да блин, что произошло? Куда ты залазишь, чувак? Вылези из машины. Там людей едят.
this up. Типа рекомендации были даны операторам сократить текучку трафика, аппаратуру беречь надо, а то через полгода может все кваркнуться. Да ну блин, не знаю насколько. То, до этого все нормально было, да, а сейчас типа вот все резко испортилось, что ли, или что? Или... Мне кажется, это все херня. То не только этим добиться Очередной вброс паники какой-нибудь. Конечно. Не вестись. Тоже да, сообразились отключением Ютуба, блядь. Отключите, потеряете большую часть аудитории, блядь. Да. Там же Роскомнадзор отключает, они сам Ютуб отключается. Роскомнадзор может. Ну. Так, скопление по центру. Что скопление это? Внизу. Сейчас поедем разборки учинять. Что это говорили еще до санкций? Якобы сильная нагрузка. У меня он уже месяц 4 мегафон на работе, днем меньше 1 мегабита. Замит. Оборудование импортное типа. Ну, будем импортозамещать через Китай. Что делать? Идем же выход до того, как оно выйдет из строя за полгода, я надеюсь. Так, а куда нам? Куда? Наверх. Не совсем понял. Туда поехать? За мной на дорогу, ёптвою мать. Опять я сюда сваливаюсь. Куда меня там? Ох ты как. Ты куда меня погнал там? А, все, я нашел место, где съехать безопасно. Я съехал, так интересно перекувыркнулся через поребрик, или как он там, через отбойник. Я сейчас к вам пизданет, блядь. Сейчас назад сдаю. Еду. Вижу. Я что-то заблудился. Надо было карту просто посмотреть, блядь. Я ни хрена карту не посмотрел, куда ехать, блядь. Просто наобум летанул. Залетаем, всех выносим. Дикари и не один, походу. Да. Что-то здесь такое чушь, что никого нет внутри, по крайней мере. Угу. А, вот они. Я смотрю, дикари пока. Позвал, да? На, успел крикнуть. Я не успел отстрелить. Не, тихо. А, вот он, дикарина. Иди сюда. Так, скопление там нет, внизу еще. У меня написано еще один скопление. А у тебя скопление уже не алло. Мне все вычистили. Вот оно одно внизу, это на юге. Не, там, мне написано, где-то... что еще один зомбик в скоплении. Оно, ну, у тебя на карте оно вычищено. А, оно чистое. Зафигарим сердце вот здесь. В Нейле. Смотри, тут два сердца, одно через дорогу. Нормально. Взял этот. Будете посмотреть, что сейчас прибежит на этот зов. Стрелять пока нереально с этого арбалета. Потому что за ручной хорон.
Мне отойти надо. Гернат пришел. Я пошел, сердце побью, наверное. Ух ты, а как ты так с такого большого расстояния меня гнул-то? Они умеют, когда пролагивают. Я себе чуть под джагу не нарвался. Ай, блин, козел вонючий. Раскидал ты свое дерьмо. Кто тут? Что это было? Кто-то гранаты кидает? Что-то суматоха у нас. Ой-о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 й-
под эту почувную фигню от сердца залетел. А, я думал, тебя дикарь бьет там. Ну, шляга кончился. А что там с ним? Да, лаги такие, ты там прыгаешь на нем. Короче, уже лежит, а ты там кувыркаешься. Надо бить сердце. А, у меня сломалась, падла. Кто? Ближний бой. Оружка. Сейчас мы здесь разберемся. Там пердун, что ли, идет? Да, за машиной, за малолитражкой. Да, давай, очнись ты. Сердце, по-моему, дыхнет сейчас, не? Все, пердун лежит. Ах ты ж тварь. Врубила мне таймер, а? Вакцина есть? Есть, полечил. О, на моих глазах еще резнулись идут. Ножиком просто зарезал. Нормально. Там толпа хорошая резнулась. А Андрюха уже спалил я. По крайней мере, большую часть. Что ж такое прям? Ой, конечно, подтянули бы они рассинхрон этот. Ну да, что-то как-то так-то. Было так, почитаю, что там написали. Сердце разобрал. Чандес написал, думаю, все время тоже Huawei заменит. Ну да. Но у меня эти есть какого. Образцы можешь скинуть, Андрюх, я заберу. Образцы сейчас кину, погоди. Так, три машины, что ли, ты все забил уже? Я сердце забрал, просто говорю, что... Крем себе взял? Да, поменял. В полицейском джипе у этих образцы чумы. Ну, я сейчас туда же скину, чтобы было в одной куче. Так, что мы через дорогу долбанем? Ну, попробовать нет. Можно, но у меня зажигалок уже нет. А тяжелой аптечки ни у кого нет с собой, да? Mm-hmm. У меня на базе есть. У меня тоже половина здоровья. На базе можно ванпосты где-то взять. У тебя ванпосты еще не развиты тут? Не развиты, но как бы тут вот прям под боком все сердцем занято. Тут-то да. Ну? Можно где-нибудь занять рядом, конечно. Типа вот тут вот там, да, в доме там в белом в каком-нибудь временный. Но если есть варик, то только так, если... Предлагаю его отпинать, отбежать. Отпинать, отбежать. При необходимости. Где ты там? Да ты, падла, какая. А, вон ты. Пожарки. О, пожарка это, конечно. Веселуха. Не то слово. Блин, так. Да где они спрятали это сердце? Наверное, вот здесь. Да, в ванне, в душе. Mm-hmm.
Блин, тут еще все этим сердцем вонючим это. Сейчас как заломятся сюда. Ага. Так мы сейчас он когда пыхнет, мы свалим отсюда на время. Да, надо дикаря поймать, что там. А то и ни одного, наверное. Андрюха, выходим. Куда-нибудь сюда, на парковочку или на перекресток прям. Вот сюда. А вот я тут. Это как-то тихо, честно говоря. Да на крыше там делать нечего, Андрюха. Они только будут орать лишнего. А так они прибегут, мы их отмудохаем. Ну да, сейчас чисто. Если Андрюха успеет, конечно, их до момента отстреливать. Ора. Скоростный фронт большой, не могу я попасть ни в кого. Тогда лучше с крыши спускайся, чтобы они меньше орали. Вот бежит, 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 бежит. Увидели. Сзади. Собирай болты, я пошел сердце попинаю. Тут еще парочка зомби. Ах ты ж, троечка. Справишься? Да, куда я денусь? Тогда разденусь. Конечно. Толпа подходит с задней стороны. А, я перл, смотрю туда. Слышал перла, да. Не ошибся. О, вот он у меня. Он внутрь уже забрался, что ли? Так, я на перекресток сваливаю. Приглашаю вас туда же. Да, дикаря добью. Его есть. Знаете, мне пришлось сзади зайти, чтобы крику наебнуть. А, подно, подотдохнуть. Да ты ж успевает меня долбануть немножко. Вот и рассвет мертвецов. Так, я к сердечку. Так, что там уже в здании? Я пока их тебе не пускаю. Бей. Я пока здесь бегаю. Сейчас так скажу. О, сейчас бабахнет. Я внутри, если что. Угу. Отпинали. Так, бодрилки эти, энергетики кому надо. Побери, у меня на базе есть теперь химик, он все это дело бодрит. Я тут полутаюсь. Мне если только что-нибудь такое, бинтик, шминтик отличится и все. Два бинтика, три энергетика, ножи, весло. Весло забрал. Патроны, рюкзак забрал. Бинтики да. Оставь. А давай я тебе. Есть. Дай тебе один скину, чтобы место освободить. И бинтик попался просто. Юра. Давай, скидывай, скидывай. Здесь я кинул. На перекрестке тут замес. Ну мы пока внутри. Сорян. Нормально, нормально. Так. А что тут? Пердун, пердун, осторожно, Андрюха. А, видел я, блин. Так, Андрюх, у тебя там делишь от вакцин. Вакцину, вакцины, образцы. Что-то я жужукаю. Извините, здесь, по-моему, у нас. Да, здесь у нас образцы. Всем привет, пишет Данил. Скучали без меня? Привет, Данил. Да, вообще, сплакали от скуки. Вот и что тут такие истерики были, Данил. Не, я Данил. Их еле успокоил.
Эти два Андрюхи плаксы, скажи, да? Еле успокоил. Блин, пожарка тут дофига этих ящиков у всех. У меня всего три. У меня пять. Андрюхина раз штук восемь. У меня пихать просто нет. Вот он, все в Андрюхине желтеньких этих. Есть у кого-нибудь химикаты, семена? Химикаты. Я что, сам по тачке распихал? Семен нет, а химикаты мне нужны. Ну, пожалуйста, могу отдать. А что у тебя есть? Может, я что тебе отдам? А я уже все, которое комплектуется, выкину. Раскопал, колбасит труп. Надо пойти с 11 сундуков на этой базе. Дух, ну, я же говорю, тут пустик-то. А здесь... А, не, они здесь все еще под влиянием. Одного сердца. Где-то одно сердце рядом. Это как-то поздно вы машете, его. Да? Есть такое, да. Воздух пидаешь. Сотрясаешь, короче, воздух. Кидай химикат. Чё у тебя за бородатый тип такой? Джоэл какой-то. Так, химикаты. Держи. У меня... Это, знаю, листал, в сообществе есть чувак Геральт зовут его, но он негр. Я листал. Это более-менее свежее сообщество. Искал, попался тип. Ну, да, что-то свежее какое-то не видел, короче, я его ни разу. Да, я возьму. Фига, ремки, бензин. Так и сыпятся. Видишь, как там хорошо. Этот... Устроил это монополию. Это еще ящик. Где-то еще ящик. Так ты хрен найдешь его, блин. Так, а тут еще вон четвертая тачка какая-то. Да, есть там одна. Где ты у меня? Какое все красное пишет Нуну. Ну это тут власть сердца, видишь, вон пепел летает. Еще и здание такое, с красным оттенком. Привет, Лирик. Никто не видел мой последний сундук? Вот тут, если третье сердце добить, то будет этот... Зашибись. А что ж такое? Давай, может, на лестницу... Ой, залезу на смотрелку, посмотрю. Но вряд ли его отсюда найду. А вот. Сердце? Да, вот с той вышки. Вот здесь вот. Вот оно, сердце. Что-то я тебе сейчас скажу, где оно. Не, его не вижу. Вот здесь. Я метку поставил на сердце. Три гнилых, один хотел меня обонять. Бежал со всей дури на меня. Да, вот она. Мне же сказал, что она здесь. А смотреться все равно не мешало. Все, осмотрелся. Не, просто на крыше по этой пожарке был. Дымок-то от сердца идет как на пути. Топили там печку. Да. Ты видел? Все, я подсел на карты, уже в покер на деньги начали играть. Ну давай, Данил, сейчас проиграешь там все. Ну, это ж Серега не просто говорил. Я, допустим, не подвержен такой херне. Привет, приветствую. А вот те, у кого азарт просыпается, там лучше, конечно. Блин, у меня чувак устал. Совсем? Ну так уже, только начал. Может, успеем? Ну да, если потом сразу поставить вам пост, то да. Конечно, мы на износ прям бьемся. Не, ну место хорошее. Тут, конечно, дикарь запрыгнет, но... Это его проблема. Бегу к вам. Он не один прибежит, вот это вот жесть. Ой, блин! Где, блин? Вать твою! Он какой красивый, я видел это со стороны. Не, я вообще не поранился даже, но это был опасно. О, ёпту, я с него залез, собака. Что там, понюхать решил? Токсикоманию. Вообще занюхал конкретно. Так, а где тут что? А, вот контейнеры есть, можно еще на них выступать. Как ты меня достал, а?
Так, кто-то бьет сердце? Да, я. Пока энергетик работает. Ну, друг бил, типа не добил. А я тебя оставил, мы кидаемся. А я думал, ты его добил, отворачивай, смотри, он на это ворочается. На там. Одного зомби кидаемся вдвоем. Так, у меня тоже персонаж спать захотел. А вот тоже, ну, у меня уже половина энергии. Я на энергетике только справляюсь. Ну вот я тоже. Еще два есть энергетика, бутылочка. Оно хоть раз задышало? Да. Второй. Угу, вот они бегут. Здоровенько. Третий, да, получается? Я еще раз остался. Давай, быстренько его. Пока там стучался в двери. Все, у меня гости. Все, да, добил его. У меня так, нет гостей. Место под контролем. Ну, здесь все. Сразу пост убери. А смысл? Может. Может, ему надо какие-нибудь еду там или медикаменты? Ну, в принципе, да. Можно там, вот где мы били до этого, там неплохие нет, места есть. Там тоже, кстати, еще под влиянием. Да? Блин. Да. Там осталось еще маникюрный салон и пожарка. Ну, есть вот... это сбор, сбор патронов. Сбор патронов, пожалуйста. Рядом прям, Андрюх. Андрюх, ты освободил, я бы тебе мешочек скинул. У меня, понимаете, что? У меня всего два аванпоста, и они оба заняты. Еда и материалы. Могу Материалы, они тебе нафиг нужны сейчас. Подожди, так материалы ты здесь можешь поставить, десерт сейчас. Правильно? Это же аванпост. Здесь по-моему, есть аванпост? Нет, здесь нету, блин. В ангаре он не можно, может. Можно занять, но он нифига не даст. Ну, тогда лучше это, патроны. Где-нибудь вышку будешь ставить, понадобится. У меня уже подустал перс. Ну все, поехали на базу. Все, свезем. Не будем ставить? Ну, лучше поставил, Андрюк. Материалы мы можем перезахватить. Здесь слишком много везти. Кстати, можно так. Полутаться сейчас. Поменять персонажа и полутаться. Давай с патронов тогда. Кстати, сюда. Может, и материалы найдешь где. Материал он найдет, там, по-моему, есть он там материалы. А я, кстати, да, я на этой карте тоже на этом перекрестке он пост сделал, он удобный. Мой сбор материала. Он удобный здесь. Где? Здесь там он пост удобный. Вот этот с патронами? Нет, вообще имеется в виду. А-а-а. Просто, как сказать-то, расположение его. То есть, если где-то что-то случилось, ты можешь сюда заскочить. Да ладно, деньги возвращают, они вместо фишек, но азарт в игре очень сильно прибавляет. Да, тебе серьезно говорю, что там возвращают, не возвращают. Потом без трусов выйдешь после этой игры карточной. Okay. Как вы понимаете, к кому из Андреев обращаться? Ты интуитивно. Это, ну не знаю, как бы я это... Покер играю иногда, ну, без трусов не остаюсь, так, чисто для себя, для удовольствия. Ну, я же говорю, для удовольствия это одно, а когда человек если азарный слишком, то надо осторожнее с этим делом быть. Там, да, там, ты просто будешь просаживать, надеяться, что вот-вот, а в итоге ни хрена. Че, Андрюх, машины разгребешь? Ну, вот я пошел за этим делом. Ну, тебе просто мешочек закину. Я почищу. Где я очутился, блин? Где-то я очутился. Ну, теперь можно подлутаться. Теперь можно чуть-чуть подлутаться. Кто там, крикун, что ли, стоит, да? Оу, спасибо. Кто там у нас? Привет, спасибо тебе огромное. Ну, мало не мало, знаешь ли, вообще просто спасибо за внимание такое. Что там такое?
А донатик, только я не вижу, почему-то это у меня не высвечивается сколько. Ребята, кто сидит на Ютубе, смотрит, заходите на Трово, тоже поддержите канал. Там такой же стрим идет, только на Трово площадке. Кто знает, что там в будущем будет, может, мы все туда перейдем. Поэтому заранее подписывайтесь, не говорю, что там сидите, прям смотрите. Но если есть желание, можно и там посмотреть. Там хотя бы какие-то приколюхи есть. Мана Андрюха, копится маной, можно продвигать стримера. То есть те, кто ману донатит, это все-таки мана дается за просто за время просмотра любых стримов, не обязательно одного стримера. Стример выходит в топ других стримеров на этой площадке, его видят все. То есть, ну, вчера вот я к знакомому заходил, мы его на третье место донатами, маной, не деньгами. Просто вот этой внутри площадочной темой, короче, продвинули на третье место. На Трово он был вообще среди всех стримеров. Поэтому это с 100 подписчиками, как бы, да? Ну, у него 25 человек к нему после этого зашло. То есть у него там, получается, 25 человек его одновременно смотрело. У него 100 подписчиков. Ну, на Ютубе у него 4000. Бушли немножко. Да. Там как бы, ну, как бы тема такая, что, да? Опа, ошибочка какая-то. Покинул, ага, вижу. А ну пишется, заманивайте. Будет жаль кого-то обделить, а тут все поровну. Манит меня. Так, пилки, бодрилки и вот лечилки, все. Вот так можно взять. Что, говорит, а там, да, кстати, да? Там, кстати, лайков же нет, они, их можно поставить по окончании трансляции, и там важно именно время нахождения зрителя. Его активность в чате, вот это компенсирует все. Слушай, так, ты меня там скинешь прилос? Приглас, ага, несу. Получите. Распишитесь. А что сам не это не запрыгиваешь? Так удобней. Может еще это, не знаю, может рассинхрон не так будет, когда ты присоединяешься, хрен его знает. Не знаю, я так присоединился. Серега пишет за Resident Games. Как дела, Андрюха, привет, ну что? Ну что, что? Люди на Ютубе сидят, не хотят идти на Троуча. Тут интереснее. Тут лайк можно поставить или дизлайк. Дизлайк все равно никто не видит, а лайк можно, да. Пока лайк. Еще не, не все. Да, на Ютубе же можно лайки ставить сейчас. Ну да. А на Трово нет, там совсем другая активность важна. Ну там именно просмотры, то есть время просмотра. Время, да, ману кто там кому закинет. Там, на YouTube тоже очень важный фактор, время просмотра. Да, но не все, все это забывают, потому что есть лайк. Я вроде лайк поставил, вроде как помог, а на самом деле нифига. Ну да. Лайк поставил, ушел, называется, нифига не сделал. Только. Этот лайк так, сейчас а особо не влияет ни на что. А где у меня еще? Блин, что-то подлагивает, теперь опять, наверное. А что это за красный дым? Дымовая граната, что ли? Ну да. Все, не видят меня на зомби, да? Ну, типа того. Должна, типа, работать. FPS 80, а толка нет. Может, а вот, кстати, да, Серега. Говоришь, как там ставится, норма идет. Я сделал, как ты говорил. Блин, ну сейчас сама игра дергается, потому что... По на сетке, хосте висишь. Да, на хосте вишу, и по сетке играем, оно все как-то нестабильно. Непонятно. Ну вот сейчас вот я бегу. Плавность есть, Серег, поглянь. Сейчас я сделал простой вывод, как ты говорил в блеске. А на Трово это, я заметил, подгружает, какой бы интернет ни был. Не-не-не, вот подгрузка мы, это проблема. То есть подгрузку надо решать правильными настройками этого множественного вывода. То есть в множественном выводе, по сути, ничего нельзя менять. То есть ты только ключи добавляешь, а остальное он должен брать с текущей трансляции. И битрейт надо ставить 9000 максимум, наверное. Вот надо обратно на эту переходить, потому что стрим лагал. Так стрим не лагал, это игра лагает, говорю. У Андрюхи хост, поэтому я не в своем сообществе играю. Из-за этого лаги небольшие есть. В самой игре. Я даже играю, сейчас у меня подлагивает. Нет, вот у меня не подлагивает. Я же перезагрузился сейчас, да, и теперь вот у меня, видать, все пока... Не прогрузится все, получается. Пока кеш там не прогрузится... Будет все под лаги. Ну, сейчас уже более-менее вот все плавненько пошло. Сейчас так, можно проверять. У меня где-то один сундук, непонятно где. Не вижу его. Всю пожарку оббежал, не вижу. Ладно, хрен с ним. На ютубе вроде нет лагов. Я не хочу туда лезть. Лодер-то не едется. Ну.
Пьяница, дебошир. Да-да-да, он самый. Так, вот тут болтики заберу. А уже кто-то забрал. Бухлишка. Бухлишка хорошо продается. Я помню, сообщество все на бухлишке было. У меня база была где-то. Самогонку делали они. Вот я там торговал. Понаделаю, потом везу это все торговцу. Нормально торгует. Нет, а как его? Блин, забыл. Или здесь? Нет, не здесь. Не здесь, не здесь. Не здесь, я не помню карту какую. Что у нас там появилось? Какими науками торгуется? А что он такой? А, подожди. Добрые самаритяне еще. Потребность в еде. Пивовары. Магонщики. Отлично, я тут хоть у тебя этих понасобирал, Андрюх. Этих как называют? Химикатов, а то мне химикаты нужны. Еды полно, химикатов нет, чтобы энергетики делать на базе. Химик без химикатов не нужный персонаж. Никчемный. Так я ж, Данил, не уходил с Ютуба. Я же на Ютубе стримлю, и здесь стримлю. Все нормально. Просто интересно, какая здесь аудитория. Я смотрю, здесь, вот, допустим, по тем играм, что мы играем, особо мало, ну, мало кто есть. Да что ты будешь делать? Да, постоит не так много. Постоит не так много, да. Чей-то на углу лежит. А то мой, да, стрелял в кого-то. Вот. А по калибру вроде так, я смотрел, неплохо зрители заходили. Тут танковых стримеров дофига. А вот звук танкистов. Копчиков тут маловато, я смотрю. Эту нишу можно занять еще, в принципе. Кооперативные стримы всякие. Новинку вся. Мне бы ботика какого-то, чтобы он выводил мне нормально, а то... Ботик? Ну, у меня ботик... Именно на трово нормально там делает, оповещения всякие. Он тут классный, тут столько настроек у него. Всякие приколюхи делает. А вот именно бота, который не бота, а именно чат настроить можно. Ну, зрители, по-моему, все... А, нет, зрители видят на Ютубе общий чат. Но это на Ютубе только, я так понял, вот видят. А нет, чё мне столько... в этот собирает, но не все. Ну, как бы, рута не чат. И оттуда мне все сообщения пишут. Но это еще хуже, потому что все убегает. Вообще конкретно. А, я лишнего набрал. Думаю, чё мне не помещается? Я еще, блин... Чё там, все, да? Так, я еще немножко не долутался. Ну, лутайся. Вот тебе против тогда. Там еще что-то осталось вдалеке, я с тобой сбегаю. Я могу попробовать доехать, открыть. Так, Грофос Грот пишет. Всем привет, народ. Я только начал играть, и у меня появился вопрос. Лут восстанавливается или раз полутал и все? Конечно, привет, Грот. Все. Нет, тут как бы было слишком легко, если он восстанавливался. А на смертельной зоне, ну хорошо, что ты начал не со смертельной, не испортишь себе впечатление, потому что сразу будет сложно играть, ты не поймешь, что да как. Да, поэтому лут не восстанавливается здесь однозначно, а на смертельной тут еще и полкарты пустой будет. Угу. Сложность карты включается, да. Да, сложность карты можно отрегулировать, кстати, все равно там еще все сделали. Ну тогда смертельная зона уже не смертельная будет. Короче, играй лучше там, не знаю, с опасной зоны начинай и потихонечку, помаленечку. Да, разобраться в механиках не спеша, туда-сюда погонять. Задание повыполнять, как что работает. Многих отвращает, что вот это. Ну, типа гриндилка, еще как-то на нее. Ну, это же песочница, все должны понимать, не что играют. Никого. Конечно, да, игра кайфовая. Все. Не слушай никого. Хард включай. И я вперед. На опасно начал. Правильно, я тоже на опасно начинал. Как бы вон, если первый самый стрим включить, он был на опасной зоне. Мы одну карту прошли и пошли на кошмарную. И там уже, ну там. Опять же, в коопе играли, поэтому было немножко проще. Нет, в зеленку гораздо. Познавать этот мир. В зеленку, если включать, в этой игре, по крайней мере,
Что ты там на расслабоне бегаешь? У тебя два зомби на всю карту, блядь. И больше никого нету. Не, ну, Андрюха... Хотя бы нормал включать. Ну, я грубо беру, то есть среднюю сложность. Опасно, да. Андрюха говорит, опасную включай. Опасно. Я говорю, опасную. Нестандартную, а опасную. Сразу хардкор. Ну, потеряешь изначально 3, 4, 5. Может, сортир он сбегаем, Андрюх? Ну, зато... 100 метров. Или поедем туда. Все-все, я долутал. Куда поедем? А вон я туалет отметил, можно там что-то взять. Может, туда пешком сбегать. Можно тут круг там большой, двигать не хочу. Так, Леся пишет, привет, привет, удачно стриме. Вот забежала, только увидел. Привет, Леся, спасибо большое. Внизу я метку поставил, можно доехать сначала до твоей, а потом дальше... О, появился тут этот... Глофос пишет, я трижды чуть не потерял пес, и два живым до базы не ходил. Ты не представляешь, какие у нас были моменты. Что там за дичь творилось? Если лекарства, похоже, они есть в роскошном коттедже, но в одиночку я до них не доберусь, поможешь, помогу. Доктор Алекс Джей Ар зашел у нас стрим на Трова. Спасибо большое. Вот мне вот этих сообщений не хватает. Это бот. Ну понятно, бот, бот там зашел. Ботрикс, ботрикс такой называется. Его настроишь один раз, и все, у тебя будет хорошо. О, безголовый зомби на меня напал. Ну что за глюки? Так, желтая метка, я в другую сторону поехал. О, подожди. Нет, нет, Андрюху, Андрюху ждем. Я думал, мы в туалет пошли. А мы не пошли. А мы писать не хотим. Поехали до туалета. Ты пешком пошел до туалета? Да, я машину там оставил. Ему машину-то забирать. Мы тебя подвезем. Ну, сейчас я быстренько тут посмотрю. То, что открыто, мы закрыто, мы откроем, называется. У тебя на улучшение это вот командного центра ничего нет, чтобы третий манпост появился. Нет, пока нету. У меня антенна где-то вообще валялась. Ну, либо антенны, либо прокачки. Ну, антенна у меня валялась где-то, ненужная. Подожди, у тебя сколько ванпостов сейчас? Два у него. Ну, ты до второго уровня можешь улучшить, по-моему, без каких-то... Пока не могу, у меня материалов не материалов надо, блин. А, ну вот, я тебе про это и спрашиваю. Я же просто спрашиваю именно про это, то, что ты... Все, я готов. Где-то кто подвезет меня до машины-то? Сейчас подвезем. Я что же в туалет облутаю. О, медикаменты нашел. А что тут за вопросик бегает, Андрюх? Ну, медикаменты ему нужны. А вот тут какой-то чувак бегает, смотри. Да это я его взял по квесту. А, да я с ним поторгуюсь тогда. Чтобы он там... Поторгуюсь, конечно. Что, у него есть хорошего? Пистолет есть. Херня. Есть эти... Энергосы, энергетики есть. Энергетики? Могу скинуть. Уже лучше. Скинуть? Я у него взял. У меня три с собой есть, пока не надо. Так, все, я готов. Бензин. Искать не надо. Пистолет. Да не, у меня есть пистолет получше. На метку поставил синюю там машину. Полезем? Да, думаю, да. Уа, почти. Уа, колесо застряло. Не доедем так. А куда нам ехать надо? Так, а чё, он ко мне просится, что ли? Рыбная ловля, бляха-муха. Ну, с едой давай. Нифига себе, крутой навык. Крутой, я бы что-то не силен. Тихо-тихо, куда-то разбежался. Пинай его. А ты чё, пинай, говорю. Что ты там делаешь? Ля, он как тебе помогает. Топорик у него классный. А, бля. Вспомни. Выносливый... При поднятии ППС вот в этом обновлении расстояние будет, по-моему, 110 метров, ты будешь видеть. Прорисовываться будет. Короче, у него горы всякие прорисовываются и так. Нет, горы-то горами, я имею в виду, будут эти зомби. А, то есть там еще что-то про апгрейд. Ну, это хорошо, это хорошо. Влад пришел на Трова. Привет, Влад. Спасибо, что забежал.
Так, что, куда едем? Так ты куда-то увез? На базу? На базу его надо отвезти. Так, снизу скопление. Может, скопление зачистим, чтобы сюда не возвращаться? Где? А, в самом низу. Ну, внизу давай. Внизу желтую метку поставил. Так, вон туда мы едем. Удачи вам, пишет Влад. Привет всем. Привет, Влад, спасибо. Привет. Оу, заспавнился зомби передо мной. Не успею прочитать, привет. Вот будем мы на 140. Стрим по RDR 2. Да-да-да. Помню, привет. Ласо, фигура. Калиста. Киласта, говорю. Блин, я за рулем плохо читаю. Очень плохо. Да-да, только неляка не сбей за рулем там. Оружейный магазин внизу есть, о, классно. Мне тут какая-то малолетка мешается, машинка, малолитражка точнее. О, там. Спасибо. Ой, мы приехали прям. Керасе, я зарулил прям, чётенько. Вот, Андрюх, здесь сарай облутывай, как раз те материалы для улучшения вон. Здесь раз, два. 3, 4. Да что ж такое-то? 4, 5. Вот так вот, две зажигалки и все, сарай сгорел вместе с материалами. У меня все черные эти сарайки. Все понятно. Не давай будет там часть там. До базы доедем, я тебе машину отправлю. И буду, наверное, пойду. Так, толпа пришла. И Неля где-то лазит. Ага, все. Вы откуда столько взялись? Поехали на базу. Поехали. А, блин, сбил меня. Я вроде объехал. Да вот же ж, я теперь упал и придется здесь драться. Не успел машину залезть. Да ничего, сейчас я уже приеду. Тут... Просто, Андрюх, не уезжай пока. Я здесь кручусь. Я тоже. Все, я в машине. Можно ехать. Все, погнали. Блин, сколько ты их с собой собрал? Как будто еще одно скопление где-то. А тут же все сердце где-то и не одно. Вот а, ну тут, наверное, это красная зона была там. Кстати, я не обращал внимания. Вот и красная зона, когда ты, ага, хорошая машинка. Красную зону эту расчищаешь. Говорили, что якобы она потом становится более серой. Да, да, она светлеет. И вот этого я ни разу не наблюдал. Ну, то есть, не заморачивался. То есть, куда? То красная зона. Пойти попробовать почистить. Что там у тебя? Вон какое-то тело у тебя здесь. Ладно, езжай. У меня тело. Ну, вот знак вопроса тут. Задание какое-то. А что вы там делаете? Фигню страдаю. Он Юра сбил типа, и от него каска отлетела и сбила ведро, которое стояло там. Я еду, такой, летит каска и сбивает ведро. Боулинг. Зомбо-боулинг. Зомбоулинг. Ой, кто-то подписался, спасибо. Пердун, опаньки, влетел. Славчик прям влетел в него, я видел. Прорисовался, блин. Смотри, что второй перст не сдох. Вдруг там, сейчас попробую жопой раздолбить эти. Рождение жопой раздолбить. Ай, нет, не умирай. А все, оно рассеялось уже. Да он мне все равно падает.
Да ты мне еще помощник. По крайней мере, замок разбирай. А Юра, елки зеленые, что ж ты делаешь? Что за бей давлю? Тут все под контролем. Ты нас давишь, я тут все под контролем. Как пытаюсь раздолбать, ты меня сбил. Да что ты будешь делать, ля? Я никого сейчас не сбивал. Меня сбил только что. Пять. Ты там меня с зомби не путаешь? У меня такой большой средневековый топор. А, ты все уже? Так это. Давай, поехали отсюда. Сейчас набегут, машины нам раздолбают все. Ну, у меня уже горит. Пошли тачки чинить. У меня четко тачка, нормально. Ох, блин, она заедает-то. Ну, дверь открыл, чтобы крикуна сбить. Секунду, наверное, прошла. Пока она открылась. Ох ты, я забыл, что у меня это таймер тикает. Езжу, катаюсь, бодаюсь. Красавчик. Там ремкомплект лежит в машине, забери, Андрюх. Did everyone behave while I was gone? Сейчас я свою починю. Телегу. Так, патроны я делать пока не умею, да? Есть станочек у кого-нибудь? Какой-то был. Нет, у меня, по-моему, нету. А, у меня, наверное, эти нужные станки, походу. Сейчас я гляну. Есть ли повторяющиеся? 72-56. А ладно тогда, не, просто нету. Я их скину. Есть антенна обычная. Не нужна. Нужна для аванпостов? Да, можно, почему нет? Потому что все равно она у меня валяется. Я эту сети нашел антенну. Вот, она скоро появится и у меня, наверное, просто... Так быстрее будет. Да я как-то вот прессы для патронов пол игры искал. Почти карту прошли, ни одного пресса не попалось. У меня был такой случай тоже. Ну, так что ты насчет антенны не особо рчит. Пока он какая есть, надо пользоваться. А вот это вот с анкета сети, она же, блин, анкета, говорю. Антенны хрен найдешь еще. Ну, если сетевики не попадутся, торгаши. Она, по-моему, стоит, да, дорого? Шериф украдено лекарство. Это что-то в сообществе у тебя там связано. Мы тут прям подрасчистили. Андрюх, стой. Посмотри, какой набор требуется для улучшения техники. У джипа большой. Тяжелый? Да. Надо ту, наверное, убрать, чтобы его ровненько поставить. Не стал. Да, не, ровненько ставить не обязательно. Главное, чтобы она одна была. Где там? Не так. Да, я у джипа. Шайтан труба. На, джипик улучшай. Да, из джипа бензин вытяжет, а то исчезнет. Нет, он не исчезнет, он останется. Просто там что-то добавится. А так что-нибудь не добавится. Да, так, кстати, нет, есть... джип не это, все-таки не. На какой? Сейчас погодь. Он просто стоит не так. Стоит он нормально. Нормально он стоял, запаркован был, должно было работать. Значит, средний должен быть. Угу, значит, на базу средний. Скинул? Кого, подожди, пошел, пошел. О. Вон, иди, тебе еще бензина поднакинули. Сбермегамаркет. Машину у тебя теперь, автопарк на улучшенных машинах. Угу. Так. Я все так, понимаю. Я тоже. У меня первый час пошел завтра на работу. Так, что, защита на базу, вернитесь. Ага. Да, можно этот. О, ты вышел? Я отсоединился. Ну, у меня маленькая. Маленькая девочка. Давай тогда закончим на это, отобьемся и закончим. В принципе, я тоже там с ребятами в Калибр договаривался попозже поиграть. Чтобы тоже не затягивать свои эти дела. Понятно. Нет, ну я уже отвалился, я уже не буду подключаться. А, я думал, отобьемся.
Такие нас с Андрюхой раз и сожрали всех. Все, ладно, давайте, всем пока. Давай, пока. Давай, Юр, спасибо, что забежал. Пока-пока. По мере возможности. Пока-пока. Пока. Это как мы с Серегой играли на базе полицейский участок какой-то там, знаешь, двухэтажный, который такой дебильный. Вот здесь же он есть, по-моему, дебильный такой. И на нем у него все сообщество съели на моих глазах. Вот. Там выйти некуда, понимаешь? Там вот это все узкие проходы. Они все в этих проходах, три джаггернаута пришли, всех упороли там. А он выжил, потому что на крыше сидел, и там мы отбивались от толпы, которая по лестнице сюда поднималась. Меня бесила база на этой... блин, как она? Трамбл Вэлли. И там этот... не Jurassic Park, который здоровый, а этот... птеродактиль. База птеродактиль. Да, вот, блин, стрёмная. Мать, что ж ты его не убьешь никак, гад этого. Я пытаюсь выстрелить, а эта баба выходит твоя, и я ей в голову с арбалета. Все, отбились. Почти. Красиво мочу, тут зомби. О, тут толпа пришла. Что я там кого-то пытаюсь с кем-то поговорить во время этой всей мясорубки. Да, ну еще 200, и кто-то героем стал, отлично. Да, сложность стрел стала больше, отлично. Так. Эффективный герметик, максимальный запас топлива плюс 15. Неплохо. Все, обустраивайся, я пойду завершать стрим тогда, спасибо тебе за игру. Тебе тоже, неплохо побегали. Да, прям рубанули так налегке. Кучу сердец. А, ну, когда в толпу я по-другому как бы... Ну, дикаря били палками и ногами, да? Сердце ногами запину, а дикаря пинками, ну, все как бы нормально. Все так и должно быть. Ну, я так стримы назвал, уничтожители сердец. А, ну, когда в кооперативе, я всегда как-то... Вот начиная с первого, когда вы меня первый раз... Когда вы меня первый раз на кошмарку затащили, и то мне показалось, ха, да что легкотня. Когда один отхватил, тогда да. Ну, все-таки толпа. Одному, есть толпа. Да, почувствовать надо боль. Да. Ну, все, ладно, Андрюх, спасибо. Давай. Еще раз. Давай. Пока-пока. До встречи. Пока. Так, ну и что же, всем тоже спокойной ночи, приятных. Так, я тоже буду завершаться. Андрюх уже там со всеми прощается. Мы решили что-то сегодня, да, спонтанно так поиграть. Я хотел вообще один поиграть, но раз Андрюха был в этом сети и как раз играл в зомби, почему бы нет, там и Юра присоединился. Так что было весело. Надеюсь, все, кто хотел, успел и смог зайти, и зашли, посмотрели. На Ютубе можете пересматривать эту трансляцию. На Трово она хранится 2 недели, так что и там можно посмотреть. Поэтому, надеюсь, всем понравилось. Заходите, кто еще не успел подписаться на Трово, подписывайтесь, смотрите на двух платформах, там на какой нравится, на какой вам интереснее и так далее. Что тут происходит такое? Это зомби пришли ко мне. Что-то не спешат за это, да, забегать. Ну, вот здесь рассинхрона нет и как бы и не лагает ничего. Блин, там какой-то рассинхрон. Ой, небольшой это был. Тут все четко, плавненько и суперски. Все-таки да. Хорошо быть хостом. Вот. Сегодня неплохо побились, показали всем, что в кооперативе можно играть проще, быстрее, веселее, интереснее. Не обязательно показывать всем, какой ты мощный. Вот, а в принципе, втроем, вдвоем можно спокойно расчищать все. На сегодня будем завершаться. Скорее всего, сейчас, если будет желание у ребят, у меня застримим еще калибр, я думаю, там посмотрите. Вот. На нашу игру совместную. Ну, а всем, кто сегодня поддержал на Трово, на Ютубе, всем огромное спасибо. Всем пока. Увидимся на следующем стриме.